Добрый вечер всем любителям футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Спартаковец», где в рамках 24-го тура чемпионата Москвы по футболу среди команд любительских футбольных клубов дивизиона А встречается команда родина 2006 года рождения и их соперник – команда «Уралец». Это, конечно, для команды усиление. Как раз в преддверии с командой и противником, который решает задачи относительно чемпионского титула. Опасная у нас атака. И здесь великолепно себя проявляет в ближнем бою Александр Пино. Еще раз мы внимательно посмотрим момент. И да, просто без шансов. Думаю, что подавно будет жарко на поле в пылу борьбы, в пылу достижения результатов. Скидка на дальний фланг. Раскачивается Пуштанов. И увидим удар издали. 1-1. Прекрасный гол. Это Абдусалам Абдусалам. Здесь точно сомнений никаких нет в том, что 13-й номер сравнял счет. Принимает хозяева, в то время как уральцев оказывает давление. Видно мы серию стандартных положений. И сейчас есть возможность отличиться. И гол мы видим в составе команды «Уралец». «Уралец» забивает и забивает. Седьмой номер у нас Алика Елизян. И есть уверенность в том, что если мяч попал бы в створ, Александр бы смог бы справиться с этим ударом. Впрочем, атака «Уральца» продолжается. Очень опасный момент. Улучшает позицию игрок. Это 3-1. Видим мы красивое оставление здесь. И дубль Алика Елизяна. Борис принимает мяч. Недаром за его плечами большой профессиональный опыт игры на различном уровне. Ну а у нас очередной гол. Красивое смещение. Удар в ближний угол в исполнении Евгения Насеткина у Ильи Зинина. Так, Григорян, по всей видимости, мы сегодня на поле не увидим. Но обратим внимание на тех футболистов, которые появились у нас на поле. И это сразу же привело к забитому голу. Уральц же спокойно доводит матч до победы. Думаю, что относительно результата матча, исхода с точки зрения победителей, здесь уже вопросы сняты достаточно давно. А вот каким будет счет, здесь еще определенная интрига сохраняется. Удар, и какой красивейший гол мы с вами сейчас становимся свидетелем. Неужели Абдусалам Абдусаламов оформляет дубль? После звучит финальный свисток. 2-5 такой итог игры. Победу празднует команда «Уральц», приближает себя к чемпионскому титулу. Ну а я благодарю вас за внимание. Эту игру комментировал для вас Артем Гурьев. Любите родину, болейте за своих. До будущих встреч!